и центральные диаметры. Это проект по соединению тупиковых пригородных ЖД направлений для создания сквозного движения из области в область транзитом через Москву. Так, МЦД-1 соединил белорусское направление с Савеловским, а МЦД-2 – курское направление с Рижским. Всего планируется 5 диаметров. Ленинградско-Казанский – 3-й, Ярославско-Павелецкий – 5-й и Киевско-Горьковский – 4-й, о котором сегодня и пойдет речь. Вы смотрите полную версию нашей прогулки по маршруту будущего 4-го диаметра, обновленную и дополненную. Меня зовут Великов Тимофей, вы на канале о транспорте. Давайте начинать. Какой кринж. Мы находимся на станции Апрелевка, конечной 4-го диаметра. Недавно здесь была проведена реконструкция и открылись новые современные платформы. Сейчас со всех трех платформ выход ведет в конкорд с эскалаторами. И, кстати, одним из плюсов этой станции является то, что тут можно свободно перейти с одной платформы на другую, не пересекая лишний раз турникеты и не покупая лишний раз билет. Да, будет очень много бэков, потому что в этой истории я с ним оператор. Я снимаю только в бэках все. Сейчас с обеих сторон станции ведется стройка, прокладываются дополнительные пути, благоустраивается территория в округе. Всего станция имеет 6 путей, предназначенных для посадки пассажиров. Следующая остановка – Победа. На перегоне между станцией Апрелевка и станцией Победа находится депо, где, возможно, и будут частично обслуживаться поезда МЦД-4. Кстати, касательно поездов. Самый распространенный вид подвижного состава сейчас тут – это ЭД-4М и ЭП-2Д. В общем, поезда стандарт плюс. К открытию МЦД к ним должны будут присоединиться современные поезда Иволга. А мы едем к следующей станции. Мы на станции Победа, это следующая станция после Апрелевки. Здесь уже обновлены давным-давно платформы. Эти две платформы открылись очень-очень давно, короче, неважно. В общем, их здесь две, пути находятся посередине. Там еще есть третий путь, но к нему платформы нету, потому что он пока не используется, еще здесь есть два пути. Интересной особенностью этой станции являются лавочки. Они здесь выполнены в форме букв в виде названия станции. То есть вот там вот вы можете видеть буковку П, буковку О. Ну, я там, короче, ставлю. Неважно. Вот. Станция имеет современный дизайн, очень крутой. Впрочем, он является достаточно примитивным, потому что еще многие платформы выполнены в таком же стиле, но это смотрится нормально, так что почему бы и нет. Едем дальше. После реконструкции эта станция открылась 11 марта 2020 года. Она закрывалась с целью модернизации самих платформ. Вот вы можете видеть их в сравнении. И также с целью прокладки дополнительных путей. Всего их на этом участке 6, но под посадку пассажиров используются только 2. Далее все эти 6 путей превращаются в 4, а затем и вовсе в 2. Впоследствии 4 пути должны будут быть на всем протяжении линии МЦД-4 на киевском направлении. А мы едем дальше и прибываем на станцию Крёкшино, которая, к слову, тоже была обновлена. Мы сейчас будем возвращаться, чтобы снять платформу из окна. Вот так вот. На МЦД 1 и 2 некоторые станции до сих пор не реконструировали. А тут уже 3 полностью готовые к МЦД платформы. Осталось только указатели повесить и все. Станция Крёкшино имеет одну островную платформу и 2 пути для посадки пассажиров. После реконструкции она открылась 4 декабря 2020 года.
Ну а мы прыгаем в поезд и едем дальше. Санина. И снова полностью готовая и реконструированная платформа. Открыта 11 марта 2020 года. Станция находится в Кривой, имеет две платформы и четыре пути соответственно. Также имеет наземный вестибюль. Кстати, эта станция очень сильно длиннее обычных. При нее есть байка, якобы два застройщика не могли поделить, кому сделать платформу ближе. И в итоге решили растянуть ее, чтобы всем хватило. Сама станция имеет типичный дизайн, который мы уже видели. Смотрится он довольно стильно, современно и прикольно. Мы на станции Кокошкина, и эта станция примечательна тем, что у нее крайне необычные стены. На них, как вы можете видеть, находится вот такой вот QR-код. И мне стало крайне интересно, что будет, если его отсканировать, поэтому сейчас мы это попробуем сделать. Ничего не будет. Станция была открыта 27 октября 2021 года после реконструкции. До этого она выглядела вот так. Станция имеет необычный дизайн с почему-то несканируемыми QR-кодами. Всего тут две береговые платформы. Вокруг станции еще ведется стройка и прокладываются дополнительные пути. Электропоезд номер 6534 до станции Москва-Киев. Застряли на станции. Следующая электричка через много времени. Вот. Спасибо. На станции Толстопальцева на момент съемок шел процесс демонтажа старой платформы. Вместо нее здесь была открыта новая островная платформа, которая имеет типичный для киевского направления дизайн. Он смотрится довольно стильно и современно. Станция и лесной городок пока еще ведется реконструкция, и все, на что здесь можно пока посмотреть, две временные деревянные платформы. В будущем станция будет иметь две островные платформы и подземный вестибюль. Раньше станция называлась Длинные слова меня только расстраивают. Но она была переименована в 1965 году. Вон там стойка. Мы с вами проделали уже немалый путь от Апрелевки до лесного городка, но мы почти не обращались к железнодорожным схемам и картам. Пора нам исправить этот пробел и быстренько по ним пробежаться. Итак, сейчас на всем киевском направлении МЖД два главных пути для электричек. Сейчас ведется строительство еще двух путей.
Между станциями Лесной городок и Толстопальцево, как вы можете видеть, находится однопутное ответвление, которое ведет прямиком в аэропорт Внуково. Экспрессы туда ходят каждый час. Помимо аэропорта, экспрессы также ходят один раз в день в Малый Ярославль, один раз в день в Нару. И еще 4 раза в день ходит фирменный экспресс до станции Калуга-1. В пределах будущего МЦД экспрессы РЭКС останавливаются только на Аминьевской. Думаю, с открытием 4-го диаметра они будут останавливаться еще и в Апрелевке. Не зря же там сделали такой огромный комплекс. А мы едем дальше. Мы находимся на станции Внуково. Она примечательна тем, что она гораздо шире относительно своих предшественников. Она имеет современный хороший дизайн. Вот такие вот колонны в виде буквы «В». Также на станции уже висят современные табло, которые, на удивление, работают. И работают в штатном режиме. Вообще-то табло работают почти на всех станциях, на которых мы побывали. Но почему-то работают они очень странно. Во-первых, показывают они только один ближайший поезд, хотя рассчитаны на два. Во-вторых, надпись о ближайшем поезде появляется на них только за 15 минут до прибытия электрички, что, согласитесь, странно, некорректно, хотя, к сожалению, сейчас повсеместно. Фактически, станция Внуково является первой станцией 4-го диаметра, расположенной в Москве, хотя это не совсем так, ведь станция Толстопальцева и некоторые станции за ней тоже расположены в Новой Москве, а вот станция Лесной городок находится в области. После реконструкции станция Внуково открылась 22 апреля 2021 года. Она имеет одну островную платформу и огромный конкорс. Станция также имеет простой, но красивый дизайн. На станции Мичуринец. Она чисто внешне является практически абсолютной копией станции Внуково, на которой мы были только что. За единственным исключением то, что здесь две платформы. Одна, на которой мы сейчас находимся, вторая вот за вами. Она имеет точно такой же дизайн, с точно такими же колоннами и такими же лавочками. Единственное, что ее отличает, это выход, то, что он здесь подземный, а не надземный. Новые платформы открылись тут 8 сентября 2020 года. Раньше эта станция, точнее платформа, носила название 21-й километр, так как именно на таком расстоянии она находилась от Киевского вокзала. А вообще платформа существует с 1949 года. На этом участке продолжают строительство 3-го и 4-го главных путей. Ой, там дрифтят. Я заснял, возможно. А мы прибываем на станцию Переделкино, на которой нас не встречает абсолютно ничего интересного. Здесь временная деревянная платформа. Но нас интересует то, что находится за этой станцией. Строящаяся новая платформа, которая на момент съемки была еще относительно сырой. И тут нам очень любезно весь вид перегородил встречный поезд. Впрочем, это не помешает нам снять будущую платформу. Станция Переделкино открылась еще в 1899 году под названием 16-я верста. Новые платформы обещают открыть до конца 2022 года. Всего их, кстати, будет две. Следующая остановка Солнечная. Первая, если ехать из области станция на будущем МЦД-4, на которой имеется переход на метро, а именно на Солнцевскую линию, на станцию Солнцево. Во как круто. Честно говоря, это первая станция, на которой я не увидел ни одного признака какой-либо реконструкции в рамках МЦД-4. На самом деле, она здесь была проведена с 2015 по 2017 год. Тут соорудили новый широкий крутой переход-вестибюль с турникетами. До 1965 года станция носила оригинальное имя Суково, а открылась она в своем изначальном обличии в 1899 году.
Рядом со станцией находятся парковые пути для грузовых поездов. Всего тут три платформы. Самая крайняя из них используется для поездов, а точнее для поезда, следующего по однопутке до Новопеределкино. Интересно, что поезда до этой станции, а точнее поезд, ходят не от вокзала, как это реализовано на однопутке Вусова на белорусском направлении, а прямо от станции Солнцево. У него на пути две остановки, которые и являются двумя конечными. Солнцево и Новопеределкино. Маршрут между ними занимает 5 минут. Поезд ходит по одному пути туда-сюда, и на один рейс туда-обратно ходит 20 минут с учетом смены кабины машиниста. Обязательно напишите в комментариях, если хотите рассказ про эту однопутную линию, и мы обязательно по ней прокатимся и расскажем вам поподробнее. А мы едем дальше по маршруту МЦД-4 и прибываем на деревянные платформы станции Мещерская. Здесь нас тоже мало чего интересует, поэтому сразу переправляемся чуть дальше и смотрим на строительство новой платформы, а точнее платформ, которых тут будет две. На момент съемок платформы уже обретали более-менее готовый вид. Открыть их обещают в 2022 году. Касательно прежних названий станции Мещерская, то изначально она называлась 12-я верста. Затем, в 2010 году она была переименована и стала носить имя Вострякова. Потом ее переименовали в Сколково, однако на МЦД-1 есть станция, которая называется Инновационный центр Сколково. И, как правило, название сокращают до просто Сколково. Чтобы избежать путаницы, в 2020 году Мещерскую снова переименовали уже в нынешнее название. Начиная со станции Солнцево на киевском направлении присутствуют уже проложенные 4 пути, в то время как на остальном участке будущего МЦД-4 от Солнцево до Апрелевки они еще строятся. А мы пересекаем МКАД и едем к станции Очаково. Она имеет временные деревянные платформы, которые мы уже не раз видели. Так что едем дальше и смотрим на строительство новых платформ. В будущем станция будет иметь большой надземный конкурс. А вообще станция открылась в 1899 году. А мы прибываем на станцию Аминьевская, и на ней остановимся немного подробнее. Это весьма крупный остановочный пункт, имеет переход на одноименную станцию метро Большой кольцевой линии, и также на этой станции останавливаются экспрессы. Мы на станции Аминьевская. Это, пожалуй, самая широкая станция из всех, на которых мы сегодня были. Здесь также лавочки выполнены в форме букв названия станции. Но здесь они расположены довольно далеко друг от друга, поэтому показать это будет проблематично. Но если пройтись от конца платформы, то можно прочитать название станции. Вот, здесь две платформы. Сейчас первая, на которой мы находимся, и вот здесь вот находится вторая. Тоже островковая, она поуже, конечно, немножко, но тоже имеет современный дизайн. Новые платформы на этой станции открылись 7 декабря 2021 года. В этот же день открылся участок большой кольцевой линии со станции Аминьевская. Ролик про это открытие, кстати, есть на канале. Апреля в Москве открылся новый вокзал Минска. Правда, в последнее время любую фигню называют вокзалом, и вот про эту одну платформу вокзала сказать сложно, потому что, ну, это не вокзал, это просто платформа, но в маркетинговых целях ее так называют. Ну и давайте посмотрим, что она из себя представляет. Она имеет довольно оригинальный дизайн с красной крышей, черными колоннами и вот такими вот кирпичиками
под ногами. Вот. Здесь также функционирует табло. И здесь также имеется переход на одноименную станцию метро. МЦД-4 – это пример того, насколько масштабные решения способны воплощаться в жизнь. Ведь для соединения киевского направления с Горьковским, которое предполагает четвертый диаметр, понадобится построить огромное количество эстакад, невероятных по своей протяженности. МЦД-4 будет дублировать первый диаметр, потом второй, он вообще со всеми диаметрами поздоровается по дороге, за исключением, может быть, пятого. Хотя… посмотрим. Но давайте-ка обо всем по порядку. После станции Поклонная на киевском направлении поезда МЦД пойдут не к вокзалу, как сейчас, а вот на эту пока еще строящуюся эстакаду, которая ведет на МЦК. И там, параллельно станции Московского центрального кольца Кутузовская, будут расположены новые платформы четвертого диаметра. Далее МЦД-4 будет временно дублировать пути МЦК. Вообще, брать пути Московского центрального кольца оказалось очень удобно. Вспомним тот же Восточный вокзал, на который подаются поезда, через третий путь Московского центрального кольца. А мы пересекаем реку Москва и прибываем на деловой центр, все еще дублируя Московское центральное кольцо. Станция будет иметь переход на него, логично, а также на станцию Тестовская первого диаметра, на три линии метро и аэроэкспресс в Шереметьево. Почувствуй себя информатором. Здесь мы с МЦК прощаемся, и пути четвертого диаметра уходят на пока что еще строящуюся эстакаду, ведущую к путям белорусского направления. Эстакада получается реально большая, масштабная, с довольно большим уклоном. Таким образом, четвертый диаметр присоединится к первому. Где-то в этом месте планируется станция Ермаковская, с возможной пересадкой на первый диаметр, уже второй подряд. Давайте поподробнее разберем вот это место. Итак, два пути белорусского направления первого диаметра для обычных электричек, два пути белорусского направления для экспрессов и поездов дальнего следования, два пути эстакады от МЦК, которые в будущем будут принадлежать четвертому диаметру. А теперь вот то, что со всем этим произойдет. Поскольку на белорусском вокзале тупики для поездов дальнего следования и экспрессов находятся справа, если смотреть на пути относительно этого места по ходу нашего движения, а транзитные пути, уходящие на Алексеевскую соединительную ветвь слева, то пути для экспрессов нужно поменять местами с путями для электричек. Что мы здесь и наблюдаем. Реализовано все это при помощи небольшого пути провода. А пути четвертого диаметра пойдут вместе с путями первого МЦД вот сюда. Это место придется сильно расширить, чтобы впихнуть туда еще два пути. Кстати, скорее всего, вот этот путепровод будет расширен, и пути МЦД-4 пойдут именно по нему, так как, скорее всего, они будут расположены справа относительно существующих путей МЦД-1. А нас встречает станция Беговая первого диаметра. Места тут очень мало, станция находится немного в углублении, и это сыграет злую шутку, когда тут будут заниматься реконструкцией и возведением новых платформ. Сначала тут хотели сделать кроссплатформенную пересадку между первым и четвертым диаметром, но скорее всего от этого решения откажутся, чуть позже расскажу почему. А мы едем дальше и прибываем на белорусский вокзал, венец первых двух диаметров. Это уже четвертая подряд пересадка между ними. Сейчас на этих четырех путях развернута огромная реконструкция. Функционирует всего один путь, который поочередно пропускает поезда в обе стороны. В будущем тут будет, как впрочем и было раньше, 4 пути. Два будут использоваться поездами первого диаметра, как и раньше, а два других, вместо роли дополнительных путей для отправления некоторых электричек в Можайск и не только, возьмут на себя поезда МЦД-4. Дальше пути уходят на Алексеевскую соединительную ветвь, где сейчас тоже развернута большая реконструкция. Она активно расширяется с двух путей до четырех. И вот, на подъезде к Савеловскому вокзалу, мы наконец-то прощаемся с МЦД-1 и следуем дальше по Алексеевской соединительной ветви. В
то время как поезда МЦД-1 уходят на Савеловское направление. Вот эта развязка. Слева Савеловский вокзал, справа АСВ. Потому-то и не выйдет кроссплатформенной пересадки на Беговой. Пути МЦД-4 должны располагаться справа по ходу нашего движения относительно путей МЦД-1, чтобы здесь без пересечения путей можно было спокойно развозить поезда. Собственно, для переправки путей на правую сторону можно использовать вот этот путепровод, разумеется, предварительно расширив его. Но вернемся на место событий. Когда-то поезда с Белорусского вокзала, благодаря этой соединительной ветви, следовали на Курское направление. И это было нормальной практикой. Однако, с открытием МЦД-1 эта линия стала заброшенной, и сейчас тут встретить даже какой-нибудь грузовой тепловоз – большая редкость. А уж электрички с пассажирами тут тем более не ходят. Но мы с вами преодолеем этот маршрут и сделаем это пешком. Да, немножко нарушим правила, перелезем через ограждение, немного паркура по склонам, и мы уже на заброшенной платформе Савеловская. Вот Савеловская МЦД-1, а вот Савеловская МЦД-4. Все просто. Кстати, вы могли заметить, когда едете по первому диаметру, что нумерация путей начинается с трех. Вот это третий путь, а вот это четвертый. Возникает закономерный вопрос. А где первые два? А они, вот они, тут. Собственно, эта станция последняя, пятая подряд, которая имеет пересадку между первым и четвертым диаметрами. Сама станция имеет очень старый дизайн, формат, кассы прямо на платформе, лавочки под деревянным навесом. Такие платформы обычно встречаются где-то в далеком Подмосковье, но не в Москве. Еще немного паркура в виде спрыгивания с платформы в связи с отсутствием лестницы, и мы продолжаем наш путь по АСВ. Все действия выполнены профессионалами, не пытайтесь это повторить самостоятельно. А вот и что-то интересненькое. Нас встречает железнодорожный переезд, и он потом может стать проблемой, потому что автомобильный поток тут не маленький, а при нормальных интервалах МЦД, а это, напомню, 5-6 минут в часы пик, шлагбаум тут будет открываться на пару секунд, а потом снова закрываться. Эстакаду тут строить негде никак, а потому похоже на то, что автомобилистам следует искать альтернативные способы пересечь железнодорожные пути. Третье транспортное кольцо или Шереметьевская улица. А сразу за этим ЖД-переездом мы видим платформу Станколит. Расстояние от нее до Савеловской около 500 метров, а до ближайшей станции с другой стороны примерно километр. Рационально ли включать эту станцию в состав четвертого диаметра? Посмотрим. Сама платформа не уступает Савеловской по своей запущенности. Разбитое стекло хрустит под ногами, таблички ободраны, все изрисовано в граффити, повсюду много мусора. Ну, в общем-то, а чего я еще ожидал? Она прям вся шатается, вот наступает, чувствую, как она прям прогибается, не знаю. Ух ты ж, блин, а тут ступеньки не было, оказывается. Я живой, все нормально, едем дальше. А мы продолжаем наш путь, и вот именно в этом месте мы присоединяемся ко второму диаметру. Пути АСВ и в будущем МЦД-4 проходят сверху, а внизу проходит один из путей Д2. Второй путь проходит левее, если смотреть по ходу нашего движения. Таким образом, пути АСВ соединяются с путями МЦД-2. Но соединение это нам не нужно. Для МЦД-4 нужны свои отдельные пути. Собственно, они сейчас здесь активно и строятся.
Проходить они, скорее всего, будут справа относительно путей D2 по ходу нашего движения. Почему? Также расскажу чуть позже. А мы едем дальше, и нас встречает стройплощадка станции Марьина Роща, которая в будущем будет принадлежать МЦД-2 и МЦД-4. Здесь также неподалеку находится стройплощадка станции Марьина Роща большой кольцевой линии. Здесь должна быть довольно удобная пересадка между МЦД, метро большой кольцевой линии и Люблинско-Дмитровской линии. А мы едем дальше, и следующее место я предлагаю разобрать поподробнее на железнодорожной карте. Вот пути D2, которым в будущем пристроят пути D4. Вплотную с ними проходят пути ленинградского направления для экспрессов и поездов дальнего следования. А вот это пути ленинградского направления для обычных электричек, которые в будущем будут использоваться для МЦД-3. Так что с ним мы тоже поздоровались сегодня. Ну и это еще не все. Где-то тут еще будут проходить в условном 2030-м два пути высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. И вот здесь, на станции Рижская, будет один огромный, гигантский, невероятный ТПУ, объединяющий в себе все это добро. Собственно, сейчас там ведется большая реконструкция. А мы продолжаем дублировать пути МЦД-2 и едем дальше. Это тоже сложный участок, так как он тоже достаточно узкий, и его приходилось расширять для добавления еще двух путей для МЦД-4. Сейчас тут тоже ведется реконструкция. Поезда D2 пропускаются по одному пути в обе стороны в реверсивном режиме. Собственно, проезжаем площадь трех вокзалов через Каланчевскую и едем дальше. Но прежде чем съехать с АСВ, закончив тем самым наше сегодняшнее небольшое путешествие, давайте немного углубимся в историю появления этой железнодорожной линии. Ведь изначально она соединяла только тогда еще Нижегородский вокзал с тогда еще Николаевской железной дорогой. А к тогда еще Московско-Смоленской железной дороге она была присоединена чуть позже, так как той тогда еще не существовало. В 1896 году на месте у нынешней платформы Каланчевская было построено здание императорского железнодорожного павильона для предполагавшегося приема поезда Николая II. В 1981 году к АСВ было присоединено Савеловское направление для создания транзитного движения с белорусским. Правда, тогда это движение было однопутным. Двухпутным оно стало только в 2011 году для Аэроэкспресса. Вот так АСВ и обрела современный вид. А мы прибываем на Курский вокзал, и его сейчас тоже активно реконструируют. Часть поездов Курского вокзала взял на себя Восточный. Это связано еще и с тем, что с Курского вокзала отправляется немало поездов дальнего следования, которые тоже надо куда-то девать, когда откроется МЦД-4. Для них тут строится отдельный новый павильон. Поезда D2 прибывают вот на эти пути, после чего следует на Курское направление, вот таким вот образом. А вот эти тупиковые пути предназначены для поездов, следующих на Горьковское направление. Да, если вы не знали, Курский вокзал обслуживает сразу два ЖД направления. Так вот, с этих путей поезда следуют таким образом, и по эстакаде пересекают пути Курского направления и уходят на Горьковское. Проблема вот в чем. Пути эти тупиковые. Электрички будущего МЦД-4, прибывающие от Каланчевской с АСВ, будут находиться на путях Курского направления, параллельно путям D2, а им надо попасть на Горьковское. И как бы в принципе стрелки тут есть, но скорее всего их надо будет переделывать. В любом случае поезда D4 скорее всего будут останавливаться на этих путях, а поезда D2 на этих. Вот именно из-за этого нужно было сделать так, чтобы при соединении после Станколита МЦД-4 с МЦД-2 поезда D4 были справа относительно путей D2, чтобы потом на Курском вокзале вот тут по предполагаемым стрелкам они могли спокойно перейти на Горьковское направление.
И прежде чем пути Курского и Горьковского направления разойдутся, поезда остановятся на станции Серп и Молот, которые должны будут реконструировать. Тут планируется огромный конкурс, соединяющий в себе пути МЦД-2 и МЦД-4. Собственно, так и соединят киевское направление с Горьковским, создав таким образом транзитное движение через Москву в рамках проекта МЦД-4. Горьковское направление существует с 1861 года. Сейчас это самое загруженное направление в Москве и Подмосковье. Возможно, это, а возможно что-то еще, стало причиной того, что большинство станций на этом направлении не реконструированы до сих пор, и реконструкция даже не ведется. А потому это направление мы проедем гораздо быстрее, ибо нет смысла смотреть на однотипные старые нереконструированные платформы. И все же кое-что интересное на нем есть. Мы с вами начинаем наш путь со станции Нижегородская. Это весьма крупный остановочный пункт. Здесь даже останавливаются экспрессы, которые, кстати, ходят почти каждые полчаса. На станции 6 путей и 3 островные платформы. Одна цена своей пересадкой на метро, Некрасовской линии и МЦК. Кстати, станция Нижегородская метро кроссплатформенная и имеет 4 пути. 2 из них пока не используются, но в будущем этот недочет исправят, открыв новый участок большой кольцевой линии. Говоря о ЖД-станции Нижегородская, надо отметить, что станция была недавно реконструирована, причем дважды. С 2008 года по 2011 для строительства третьего главного пути станции Нижегородская, которая тогда еще называлась Карачарова, была закрыта на капитальный ремонт. Так как пассажиропоток у этой станции был небольшой, около 40%, многие электропоезда до 2013 года проезжали Карачарова без остановки. А в 2018 году Карачарова вновь снесли и построили заново для включения в ТПУ Нижегородская. В 2019 году на Карачарова стали останавливаться экспрессы всех мастей. В Нижегородскую станция была переименована только в 2020. А мы с вами едем дальше и прибываем на станцию Чухлинка, которая имеет пересадку на Казанское и Рязанское направление ЖД и в будущем будет иметь переход на МЦД-3. Станция имеет функционирующее табло, 2 платформы и 4 пути. Вообще 4 пути есть на всем Горьковском направлении, причем используются они не так, как, например, на Казанском или Белорусском направлении. Там 2 пути предназначены для электричек, следующих плюс-минус со всеми остановками, а другие 2 для экспрессов и поездов дальнего следования. Здесь же в связи с колоссальным пассажиропотоком все перемешано. Ну, почти все. В целом разделение есть. На левых, если смотреть в область 2 путей, ходят экспрессы и поезда дальнего следования, а на правых обычные электрички. Но фактически обычных электричек, следующих с абсолютно всеми остановками до железнодорожной, тут почти нет. Всякая электричка парочку станций допроезжает без остановки. Так устроено расписание. Так что по факту все местные электрички в той или иной степени полуэкспрессы. А потому порой некоторые обыкновенные электрички могут следовать по экспрессным путям. В общем, все, что я пытаюсь сказать, что разделение путей на экспрессные и неэкспрессные есть, но оно очень расплывчатое. Следующая часть маршрута, на которой мы с вами остановимся, Новогиреево с пересадкой на Солнцевскую линию метро.
Станция имеет типичный РЖД-шный дизайн, как, впрочем, и все станции на этом направлении. И даже новая платформа, открытая относительно недавно, тоже выглядит серой и страшненькой. На станциях Горьковского направления будущего 4-го диаметра достаточно много стрелок. Поезда по ходу своего движения могут менять путь в зависимости от того, как устроено расписание. А вообще, надо дать должное составителям этого расписания. Все время поражаюсь, сколько всего надо учесть, чтобы вся эта система работала так стабильно, как часы. Один поезд уехал, на его место уже приезжает другой, а сзади его поджимает третий, и все это настолько четко выверено, что это это прям очень круто. Ну, таковы реалии загруженных направлений. Реутово. Это следующая станция на нашем пути, которая имеет пересадку на Калининскую линию. Станция была реконструирована и формально в нынешнем состоянии была открыта 17 сентября 2020 года. Реутово имеет две островные платформы и является узловой, поскольку сразу за ней находится ответвление, ведущее в город Балашиха. Или Балашиха. Раньше для поездов, следующих на это ответвление, на станции Реутово была отдельная платформа, но в 2020 году во время реконструкции она была демонтирована. Сейчас южная платформа обслуживает пути из Москвы и на Москву для обычных электричек, а также поезда, следующие в и из Балашихи, а северная платформа обслуживает экспрессы, но деление электричек на экспрессы и не экспрессы тут весьма условное. После отправления со станции Реутово в сторону области мы видим огромную эстакаду. Это и есть то самое ответвление в Балашиху, о котором я говорил. Раньше эстакады не было, и электрички, следующие туда, необходимо было пересекать экспрессные пути, мешая тем самым поездам дальнего следования. Эстакада решила эту проблему. Она ведет на двухпутную ветвь к станции Стройка, Горенки и, конечно же, Балашиха. И в официальных источниках говорится, что эта ветка не войдет в состав МЦД-4, но, возможно, в будущем, когда-то, это исправят. Сейчас электрички туда ходят 2-3 раза в час, что достаточно неплохо. В этом им помогает недавно открытый второй путь. Ранее эта ветка была однопутной. В основном электрички отправляются со станции Нижегородская и, останавливаясь на всех станциях, уходят на это ответвление после станции Реутово. Кстати, да, многие электрички на Горьковском направлении сейчас следуют не от Курского вокзала, а от Нижегородской, так как Курский вокзал сейчас активно реконструируют. Никольскую наша электричка промчала без остановки, но нас она особо-то и не интересует. Там две островные платформы, одна из которых не используется и является по сути заброшенной. Станция имеет типичный дизайн, который мы уже много раз видели на других станциях Горьковского направления. Здесь вообще платформы особым разнообразием не отличаются. Так и Салтыковская, которую мы тоже проезжаем без остановки, особыми архитектурными излишествами не блещет. А вот следующая за ней станция Кучина немного отличается от своих предшественников, отсутствием второй платформы для экспрессов. Выглядит она поновее, хоть и имеет типичный дизайн.
А мы едем дальше. И знаете, пока я ехал перегон от Кучина до Ольгина, я вдруг прочувствовал всю эту атмосферу железной дороги. За окном лил дождь, как из ведра, хоть камера и не передает весь его масштаб. Мы догнали электричку-экспресс, которая следовала до тогда еще частично открытой платформы железнодорожной параллельно нам. И вот ты едешь в старенькой D4M, набитой пассажирами, слушая поскрипывание тормозов и шум капель дождя, бьющих по крыше. За окном слегка похолодало, а в электричке тепло, хорошо. Едешь так спокойно, слушаешь стук колес и молча злорадствуешь, смотря в окно на людей, спешащих укрыться от проливного дождя. И тут осознаешь, что электричка прибыла на конечную станцию, на которой нет навеса, и мне предстоит выйти под этот проливной дождь. Более того, неожиданно выясняется, что до ближайшей электрички в обратном направлении больше получаса, который мне предстоит провести на платформе, укрывшись от дождя, под ступеньками, ведущими на надземный переход к выходу с платформы. Мы с вами на станции Ольгина, которая долгое время будет являться конечной на Горьковском направлении, так как железнодорожная, которая была основной конечной ранее, частично закрыта на реконструкцию. Станция Ольгина открылась недоделанной. По сути, готова лишь часть платформы. Остальная часть пока что представляет из себя временную деревянную конструкцию. И вот здесь вы можете видеть стык временной деревянной конструкции с частично уже готовой платформой. Конечной четвертого диаметра станет железнодорожная. Здесь предполагается построить достаточно масштабную конструкцию с огромным количеством конкорсов, эскалаторами и лифтами. В общем, будет что-то наподобие Апрелевки. Собственно, для этого ее и закрывают. А теперь к назойливым проблемам. Вы этого не видите, но за моей спиной огромная толпа народу, также пытающаяся укрыться от дождя под ступеньками. Сами ступеньки, которые ведут к выходу с платформы и имеют навес, уже целиком заняты людьми и там не пропихнуться. А ближайшая электричка в обратном направлении еще совсем не скоро. Ситуация казалась безвыходной. Я начинал жалеть, что не взял с собой куртку, чтобы сейчас набросить ее. Но, как и у любой подобной истории, случился хэппи-энд. Электричка, которая должна была уже давно отправиться от станции Ольгина и сейчас уже проезжать Новогиреево, опаздывала. И сейчас только подъезжала к Ольгину со стороны железнодорожной. Что ж, запрыгиваем в эту электричку, в которой даже на удивление оказались свободные места, что на этом направлении бывает редко в вечернее время, и уезжаем обратно. Ну что ж, вот и подходит к концу полная версия нашей с вами прогулки по маршруту будущего четвертого диаметра. Я надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. Также не забывайте ставить колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых роликов. Ну а на сегодня всем спасибо за просмотр и всем пока. Лес. Офигенное место. Бывайте здесь почаще. Что это было?